Сегодня мы с вами выучим комплекс упражнений для растяжки голеностопных суставов. Данный комплекс очень полезен. Он предотвратит любые травмы. Включает в себя 5 упражнений, некоторые нужно повторять по 10 раз. Начнем. Первое упражнение. Мы вытягиваем ноги вперед, натягиваем стопы на себя, берем ногу за носок и тянем. Также другую ногу. Пока тянем, считаем до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это можно повторить несколько раз. Мы вытягиваем ноги вперед и пытаемся максимально их развести в стороны, коснуться носками пола. Выполняем это 10 секунд. Начнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Третье упражнение. Мы сгибаем ногу, опираемся руками и пытаемся поднять вверх пятку. При этом упражнении растягиваются вот эти связки. На каждую ногу 10 счетов. Начнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Также другую ногу. Поднимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Четвертое упражнение. Мы делаем круговое движение ногой. Правой и левой. По 5 раз каждую ногу. У нас получится 10. Начнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Следующее, последнее упражнение. Мы садимся вот в такое положение и пытаемся положить коленку на пол, прижимая ее рукой. 10 счетов на каждую ногу. Начнем. 1, 2, 3, 4, 5. Если у вас не вызывает трудности, то можно наклониться вперед. 6, 7, 8, 9, 10. То же самое с другой ногой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Данный комплекс упражнений займет у вас 7-10 минут. Наше занятие подошло к концу. Всем спасибо за внимание. До свидания.